В воскресенье ночью 12 августа на улице Дальняя Болинская произошел пожар. В 2 часа ночи вспыхнула деревянная хозяйственная постройка, в которой проживали два человека – мужчина и женщина. Когда пожарные расчеты прибыли на место, тесовый сарай был полностью объят пламенем. В результате осмотра места пожара спасатели обнаружили труп женщины. Установить ее личность на месте было невозможно ввиду ее сильного термического повреждения. В настоящее время в порядке статьи 144-145 Уголовно-процессуального кодекса устанавливались причины пожара. На данном земельном участке два года назад произошел пожар, жилой дом сгорел. В настоящее время он отстраивался непосредственно женщиной и мужчиной, которые проживали в хозяйственной постройке.